Анонс и точка до выхода нового 4-серийного сериала «Солнечная долина». Премьера сериала состоится 21 сентября на канале ТВЦ. В центре событий популярная блогер Кира Островская. Цепочка таинственных обстоятельств приводит к бесследному исчезновению ее жениха во время небольшого отдыха. Чтобы разобраться в ситуации, разгадать все загадки и найти любимого человека, девушка устраивается официанткой в санатории «Солнечная долина». Откуда тот исчез? В ходе своего расследования Кира узнает о парне много нового. Также становится очевидно, что за внешним благополучием заведения скрыто немало секретов. Девушка знакомится с молодым музыкантом Ярославом. Вскоре они сближаются и становятся друзьями. Жизни Киры угрожает серьезная опасность. В «Солнечной долине» кто-то явно не рад ее появлению, особенно масштабам проводимого расследования. Вопреки любым опасностям и препятствиям, героиня разгадает все секреты и обретет личное счастье. Премьера сериала состоится 21 сентября на канале ТВЦ. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.